Здравствуйте, ребята, также любители Староконфликта. Сегодня каждый хочет купить какой-то премиум кораблик, какой-то определенной роли, не знает какой. То есть, как бы мой совет, как опытного пилота, скажем так, покупайте корабли тех рангов и той роли, которые вы используете чаще всего и которые, на которых вы будете летать. То есть, первую я вам бы посоветовал взять кораблик Rockwell. Это заградитель 15 ранга, премиум класса. И сегодня в этой серии расскажу именно о нем. То есть, как видите, он похож, в принципе, на Леон. И на Леон МК-2. То есть, они идентичны по цветовому, по структуре, скажем так, они идентичны. Но у них есть отличия. То есть, вот, если видите Rockwell'а, три двигателя, двойной рамок, один щит, один корпус, два компьютера. Идеальный кораблик для того, для фарма ОМА, то есть открытого космоса, и использования крейсерской модификации, а также боевых модулей именно для фарма ОМА. Ну, он также неплохо смотрится на нити арианы, это свой бой. Если вы знаете, то есть нити арианы очень хорошо этот кораблик проходит, чувствует себя там довольно-таки уверенно. Ну, а также у него есть особенности, это орудие, такой как плазменный лучемет. У этого пушки довольно-таки неплохие характеристики. Как видите, 600 выстрелов в минуту при максимальном уроне в 3400. Ну, это при хорошей настройке, также, естественно, экипажа и тому подобное. Ну, боевые модули, в принципе, тут дело такое хозяйское, тут то, как выбирает, кому как удобно, кто делает себе для навоза, кто, как бы, я вставлю подавитель силовой установки, всегда помогает, даже в ПВЕ. То есть тяжелый дрон, он очень, скажем так, не скорострельный, 12 выстрелов в минуту, это фигня, короче, это так, по турелям каким-то стрелять, и то турели быстрее сбивают этого дрона, чем он успевает два раза пукнуть. Ну, как бы, ну так. Ну, естественно, этот корабль имеет и накопление кредитов, и лояльности, то есть не требует ремонта после каждого боя, там после ОМА, ПВП, ПВЕ, неважно, в какие бои будете ходить, то есть два отсека в трюме, как видите, накапливать свой бонус энергию, с помощью которой в дальнейшем вы сможете прокачать какие-то корабли, которые, ну, блин, вам не по душе, и вы хотите их пропустить, скажем, их прокачку. Ну, что еще могу сказать? В принципе, вот все. Ну, а дальше сможете посмотреть показательные бои. Всего хорошего. Спасибо, оставайтесь с нами.